Так, ну а мы продолжаем. Дошли мы сюда, оставили их там в покое. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Угу, ворота закрылись, кстати. В той главе они были открыты. Ну ладно. Это естественно. Тут он тоже тыркал-тыркал, она была закрыта. Ладно, пошли дальше. Аналогично. Итак, Оуэн. Да мне, по сути, тут собирать-то нечего. Я еще ничего не набрал. Так. Ну и достаточно. Так, а там сколько патронов? А там все равно патронов ноль, как бы. Тут ничего не сделаешь. Отлично. Только, к сожалению, нет патронов на него. Но ничего, найдем. Это не страшно. О, нашли. Ha!
Да ёпта. Хотела бежать, она туда побежала. Ладно, а с этой стороны чё? Как она услышала? Да уж лучше переиграть, чё уж там. Где? О. Вот она. Там щелкун еще был. Так, а здесь где-то ворота были открыты еще. Зараз, даже не сдох.
Это капец. Да, солнца-то не видно. В принципе, тут одни контейнеры, тут ловить-то нечего, я думаю. Хотя вот что-то нашел. Так, а чё там? А, типа огневые. Огневые боеприпасы, которые с огоньком. А что там причал, все, куда идти-то? Интересно. Наверное, по этим ящикам, мне так кажется. А больше потому что никак. Хотя как туда залезть-то? Чушь какая-то. Да нет, это чушь, действительно. Что-то я не понял.
Не, ну, наверное, вот так. А куда еще? Тут больше никуда не залезешь. Все понятно. Этот тот момент я пропустил. Отсюда уже прямой. Нифига себе. О боже! Угу. А если бы тут не было воды? Не, ну, наверное, не в море. Но на грузовик я тоже залезть не могу. А куда плыть-то? Ну да, и пробоина прям удачно. Жестко.
Это определенно жестко. Так, погоди, а здесь-то что было? А, тут ничего и не было. Ага, это просто две двери. Хорошая вещь. Да, нам переиграть. Просто тут есть нижний этаж и есть второй этаж. Ее подглюкивает немножко. Угу, 90 77 01. Сейчас, секунду, запишу. Угу. В попу. Твою ж мать, напугал скотина.
Я уж не понимаю, что там. Кто там еще мог остаться? Я там всех уже. Так. Здесь посмотрели. Чё, опять нет места? Ножницы. Западная Вирджиния. Так, а я забыл, меня на эту-то не пустили, да? Там сказали, сейф-то на верхней палубе ведь. Надо, наверное, как-то туда пройти. Нет, все правильно, здесь больше нечего делать. Как раз лестница. Хотя нет, давай сначала всех перебьем. Ух ты, ни хрена себе. Я его даже не заметил.
Ёкарный бабай. Я чё, убил что ли его? Ни хрена себе. Да, но для шаркуна надо это. Один остался, по-моему. Все. Да, да, все. Короче, для шаркуна бомбу надо. А стрела где? И это самое. И для дробаша, из дробаша выстрел. И вообще четко. Я все стрелы на них потратил, и ни одна не вернулась. Это вообще как? Так, пришло время вспомнить код 1977-01.
Один патрон у меня вроде есть. Сходим, но попозже. Почти долетел. Попробуем еще. Мне надо на уровень выше. Да, тебе прям надо, и лестница прям для тебя. Нормас. Так, проверим, что тут было. Вон уже что-то вижу, там светится. Ты не залезешь в автобус? И куда?
Капец, высота огромная. Да. Да, ну и на этом месте мы, пожалуй, сохранимся.